Жители края очистили от мусора свои города и станицы, привели в порядок дворы и улицы. В субботнике принял участие и губернатор Вениамин Кондратьев. Вместе со своими заместителями и мэром кубанской столицы Евгением Первышовым высадили деревья в Чистяковской роще на территории мемориала жертвам фашистов. Всего там посадили более 35 деревьев и кустарников. Туи, можжевельники, вишни и форзиции. По городу можно судить, какие в нем жители. И по краю можно судить, какие живут люди в крае. Вы знаете, я в станице вырос, и хочу сказать, что где-то побелены деревья, а где-то не побелены. И вот белят деревья, либо не белят люди. Люди, которые сегодня живут в станице. Люди, которые сегодня живут в городе Краснодаре. Если это на самом деле настоящие горожане, настоящие жители краевой столицы, это внутренняя потребность сделать свой город, свою улицу, придомовую территорию краше, красивее, на самом деле, благоустроенней. Нужно выйти и самим сделать свой город. Свои территории, по которым мы ходим, свои улицы, свои тротуары просто привести в порядок. Кроме нас это никто не сделает. Поэтому если мы говорим о неравнодушии, о том, что мы хотим жить в красивом городе, еще раз подчеркну, это целиком зависит от нас, от жителей и города, и жителей края. Мы создали такую красивую зеленую зону. А многие жители выходят и благоустраивают свое место жительства. Кто-то лавочку покрасил, кто-то дерево тоже посадил. То есть размер своего участия, он на самом деле не измеряется количеством высаженных деревьев, а самим участием в наведении порядка, в создании зеленых зон, в создании благоустроенных вокруг домов территорий, вокруг своих участков. Поэтому еще раз благодарю всех краснодарцев за активное участие. Кроме того, Вениамин Кондратьев осмотрел новую воркаут-площадку, которая открылась в Чистяковской роще, и пообщался со спортсменами. Для горожан возвели целый турниковый комплекс – брусья, столбики для отжиманий и рукоходы. На площадке организуют работу инструкторов, которые будут проводить бесплатные тренировки и обучать воркауту всех желающих.